Так, всем привет. Ну, наконец-то расскажу, какие сейчас я могу делать электрокупызы, какие я делаю. Ну и расскажу, как меня можно найти и где вообще. Ну, просто многие спрашивают, а постоянно пишут, где. Я всегда прилагаю вот ссылки вот здесь в описании постоянно, как указать, вот так. В описании всегда там есть мои ссылки, то есть на почту, на Инстаграм и на ВКонтакте, группу ВКонтакте можно. Постоянно, ну, просто не постоянно, но спрашивают вот e-mail и так далее. Теперь я сейчас расскажу, кто не следит за моим Инстаграмом. Для тех я и расскажу, потому что кто в Инстаграме есть, я там постоянно выкладываю и по кубызам, и по электрокубызам, и вообще все, как идут дела. Так что, если что, можете по ссылке тоже пройти в Инстаграм. Ну вот, основные 4 у меня версии. Это мой основной модельный ад, который я делаю. Вот этот у меня почти собранный, то есть осталось только батареи вставить. Я жду батареи, они до сих пор не пришли, долго идут сюда вот. 4 батареи мне надо, то есть аккумулятора. Ну как бы он вот зашлифованный, есть такой. Ну крышка вот. Ну и как обычно, это у нас версия 4, то есть электронная версия. Видно, нет? Должно быть видно. Версия электронная 4, и под в итоге она, вот эта версия у меня работает около 20 часов. Самое долгое работа время это вот это, 20 часов примерно. И по цене он средней категории. То есть, если выстроить по цене, это вот так. Вот так у нас будет. А, не так, вот так. Вот этот самый первый, который я сделал. Здесь, ну, шлифовать еще надо, то есть и так далее. Но он бы как бы собранный, протестенный, то есть не зашлифовать и залакировать осталось. Как бы все работает. Вот. Вот этот самый, который мне нравится из всех, потому что здесь есть, хоть и он частота немножко плавает, но это совсем не беда, потому что я могу регулировать, быстро отрегулировать без нажатий по клавишам, быстро отрегулировать этот, крутя вот этот потенциометр, отрегулировать громкость быстренько, то есть без щелчков всяких. И могу там, ну, то пиано там сыграть, то если надо громко, громкость она увеличивается, то есть частоту чуть-чуть съезжаешь и все. Но это, вот этого, кто знает, кто не знает, на 10 часов хватает у него работы максимум. Вот это у нас третья версия, ой, пятая версия, ну она рабочая как бы, но это не та, которая на продажу делается, это я себе ее собирал как на проверку и как бы тестил, тесты прошли успешно, тоже рабочая. В чем здесь прикол, кто не знает, здесь у нас два выхода, то есть мы можем подключить две катушки. Причем, подключая две катушки, мы получаем то, что они, ну, можно разные частоты настраивать. То есть, разные инструменты ставить и на разную тональность, любую тональность, какую захотим, можно ставить. Ну и время работы тоже, как у этого, 10 часов, если с двумя катушками. А если с одной катушкой работать, у него получается, вот он весь разваливается. Потому что я его не скреплял, просто как коробку собрал, то есть тестовый, потому что вот вместе с одной катушкой так же, как и вот этот, работает около 20 часов. Почему вот этот дороже всех получается? Потому что, ну, он не так уж и дороже, он примерно по такой же цене, как и вот этот. Потому что здесь очень легкое управление, даже ребенок может настроить себе, просто крутив потенциометр, находишь то положение, когда инструмент заиграет и все. Конечно, не все заиграют, там есть некоторые нюансы, тоже надо подбирать, наверное. Но в основном классические версии почти все подходят. Вот.
И вот этот у нас получается 20 часов работает. Ну, я бы рекомендовал, конечно, вот этот, потому что он дольше работает, здесь стабильная частота, здесь тоже стабильная частота. И получается у него настройка удобная. То есть здесь уже все подписано, не надо там лазить, как здесь, допустим, три кнопки, а здесь 4 кнопки. У нас здесь есть, можно временно выключить катушку, можно отключить, то есть подстроить, а тут-то приходится включать, и он во время работы подстраивать. А здесь можно его выключать и подстроить, потом опять включить. То есть два включателя, вот раз, и вот этот тумблер, и вот этот. Катушки я чуть-чуть переделываю сейчас. Раньше они были вот такие, как здесь. Потому что, ну вот с таким большим, с большим сердечником, если видно, вот такой большой сердечник был. И подкладку ставил. Винты я удлинил. То есть они у меня были короче. Сейчас можно чуть потолще инструмента ставить. Ну, до 9, до 10, наверное, даже миллиметров. Это до 1 сантиметра толщиной инструмента. Вот. Теперь делаю вот такие катушки. Это тоже не совсем та версия, которая сейчас идет. Здесь вот уменьшенный сердечник. Как видите, уменьшил диаметр, потому что когда ставим мы, он в некоторые просто, когда не заводится, нужно двигать его вперед. И чтобы он завелся, задевает этот сердечник. А так он уже не задевает. Что хорошо. Так вот. Ну, в общем, по этим так. Теперь вот эта версия, она еще никому не знакомая. Ну, здесь в Ютубе. Эта версия у меня она есть. Она самая дешевая будет. Но есть один нюанс. У него катушка маленькая. Такая вот. Такая маленькая. Здесь еще батареи нет. Я не подключал ничего. Но тест он прошел успешно. Кто в Инстаграме у меня есть, они видели то, что я говорил, то, что жду батареи тоже. Ну, подключается таким штекером. Как бы здесь стерео джек, даже не стерео, а четверной получится от микрофона у меня. Да, стерео микрофона. Но я его сделал моно. И катушка такая маленькая. Здесь инструменты подходят именно мои, маленькие. Звук у них будет у всех высокий. Он называется версия вторая, потому что почему версии у меня так различаются? Версия, вот версия 1, версия 2, версия 3 была. Но она у меня не получилась, пока не получилась, которая работала от Powerbank. Это Бакомарик назывался. И версия 4 идет, получилась, версия 5 получилась. Вот как бы все версии. Эту я тоже долго тестировал, потому что были тоже некоторые нюансы. А теперь уже все получилось. Здесь все так же, зарядное устройство, индикатор работы, индикатор заряда. Здесь все будет. Здесь тоже чуть-чуть изменился. Здесь индикатор разряда бы. Не заряда, а разряд получается. Дела по электрику вызовом стоят так. Если что, пишите. Я вам сделаю на заказ. Делается не быстро. То если у меня будет сделано, конечно же, это будет быстро. Ну, как бы я рекомендовал бы вот эту версию, четвертую. Потому что здесь и две катушки. Хотя это тоже бы рекомендовал. Но весь время, во времени работы, если вы далеко куда-то уезжаете надолго, то вот это точно. Я слышал у людей, которые меня купили было. Но, к сожалению, там по того, что брак попался деталь, мне ее вернули обратно, я его заменил и отправил обратно. И, кстати, еще хотел сказать, то, что у кого есть такие электрокубызы, кому я уже сделал, они могут мне на ремонт отдавать, если что, бесплатно, потому что я не буду брать с них денег за ремонт, только за путь туда-обратно, все. Ну, у того была проблема в том, что у него там бракованная эта деталь попалась, и в итоге я его отремонтировал, и не отремонтировал, я ему просто заменил вот такой же. Вот он здесь, я его, а тот перебрал в этот корпус, потому что его открываешь один раз, и уже он как бы негодный. И в итоге корпус весь тоже меняешь. Ну,
если кому надо, там, если у кого-то что-то сломается, конечно же, отремонтирую бесплатно. Это как бы получается пожизненная гарантия на ремонт. Только те, кто, конечно же, живут в России, потому что за границу, ну, если у них есть такое, что они могут оплатить туда-сюда, ну, пожалуйста, тоже могут сделать ремонт. Ну, как мы знаем, не все же долговечно, правильно? Все, как бы, сейчас детали не такие прям. Ну, не знаю, в советское время тоже все ломалось. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, информацию рассказал. Ну и всем пока, до новых встреч.